Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Apple Watch SE. И сейчас я покажу вам, как поменять яркость экрана на данном устройстве. Итак, для этого нам нужно открыть наше меню. Далее нам нужно найти настройки. Вот они, нажимаем на настройки. Далее нам нужно пройти в раздел экрана яркость. И здесь у нас есть вот экран, тут мы можем, точнее яркость, мы можем ее либо уменьшить, нажимая на маленькое солнышко, либо увеличить, нажимая на большое. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.